Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Дисан и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем проходить, наверное, одну из самых странных карт в Майнкрафте по спасению мира. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам мы продолжаем проходить отличные карты. Поэтому, если вы хотите не только больше прохождения карт, если вы хотите больше роликов на канале, то ставьте обязательно палец вверх. Если мы наберем 15 тысяч лайков на вот этой серии, на серии Евгения, то сразу же выходит новый ролик. Поэтому прямо сейчас ставь лайк, прямо сейчас, да. Ну что, Эдуардо Перециано, ты готов спасти весь мир? Я готов, но все то, что мы не знаем, в чем заключается как раз-таки суть этой карты. Сейчас мы все выясним с тобой, да? Ну подожди, подожди, подожди. Я тебе хотел сказать очень важную вещь. Знаешь, какая важная вещь? Тут можно выбрать язык. Я такой думаю, нифига себе, на русском можно играть. Русском. Вот, это новый русский язык. Давай. Арабик, арабский. Ара-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 ра
Эдисон, мне кажется, у нас тут задача написана Explore the Town. Да. Это типа исследуй город, да? Мы по ходу событий будем объяснять, что же тут происходит и почему мы должны спасать всю планету. Жека, а нам пишут, что в этом городе происходят какие-то странные вещи. Потихоньку. Да, тут смотри, вот странная вещь, очень странная вещь. Я нажимаю на сундук, а он не открывается. Не открывается! Так, вообще странная вещь. Не в этом суть! Из города начала пропадать еда! Еды нету, все голодают, понимаешь? Мама дорогая, накормите ютуберов, пожалуйста, кто-нибудь. Я хочу есть. А почему еда пропадает? Надо выяснить, надо выяснить. Там есть что-то? Так, нету еды, да? Хорошо, Я вижу Тинти, стоит Тинти. Не, Тинти, мне кажется, нам точно не пригодится. Опа, я нашел, Жак, иди сюда! Что такое? Что там? Передо мной пробежал какой-то эльф и упал в эту лавовую ловушку. Вот это, конечно, это печально. Это печально. Я тоже хочу упасть. Не надо упасть, не надо падать куда-то, подожди, а где он вообще? Я не знаю, может пойдем в лес. Не, в лес нельзя. В лес нельзя. Странный какой-то эльф! Подожди, куда ты побежал, подожди меня. Смотри, иди сюда! Ну подожди меня! Опять эльф пробежал, в портал забежал! Ну я не успеваю даже ничего посмотреть, ты от меня убегаешь! Потому что надо бежать, странные вещи происходят, Жека. А дальше куда? Я не знаю. Подожди, тут мы были в этом домике? Смотри! Что это? Кто это? Это розовая штука, привет! Ой. Что это такое? Эдисон, мы летаем! У нас дискотека? Он нам что-то презентует, Эдисон, смотри, там тортики летают. Говорит, еды нету, вот! Вот сколько еды! А нет, ты видишь, что всю еду засасывают в портал? Ага! Это все эльф виноват! Сейчас мы выясним, мы не знаем, кто виноват! Я как бы предположу, что в этом виноваты эльфы. Эльфы? Во всем эльфы да. виноваты. Так, где мы? Ого, нихрена себе, Ха-х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 а-
почему райт-клик? Вау. А что мы сделали? А что мы вызвали демона какого-то? Я не знаю. Смотри! Стена разрушилась! Зеленая жижа! Зеленая жижа стену разрушила! Так, хорошо. Подожди. Ага, я вижу портал. Смотри. Эльфы! Это гномы или это эльфы? Да не важно, убьем их. А, это гномы. Так, гномы, привет! Дрю. Так. Дрю. Гномы, которые живут в секретной пещере и используют порталы. Как-то странно, это странно, да? Хоть вы, конечно, гном это... Человек! Нам нужна ваша помощь! Давай, ты будешь гномом, давай с тобой разговаривай. Переводи. Что? Нам нужно, чтобы ты помог нам освободить нас от нашего босса Рона, Володи! Володя наш держит в пещере! Какой босс Володя? Володя, ну ты нам поможешь нам? Конечно, помогу. Что делать? Да! Спасибо тебе большое, человек! Спасибо большое! Так, что я еще не сделал, ну ладно. Мы скажем тебе, что делать позже. Мы тупые гномы, мы пока подумаем, что тебе делать. Это Эдисон, просто чтобы вы понимали. Так. Он бежит, он убегает! Куда? Помоги нам! Быстрее! Человек! Подожди. Сюда же, иди сюда, смотри. Что такое?
такое? Что это такое? Переводи. Ты будешь переводить? Это машина исцеления, которая может исцелять любых существ в этом мире, да. Фига себе. Нам нужно найти этого мастера, боже. Тут есть какие-то дикие гномы, которых надо исцелить в этой машине, понимаешь? Нифига себе. Короче. Так, короче, нам нужно найти какого-то дикого гнома, который заболел, нам нужно его исцелить, понимаешь? Всё, понял, опа, давай. Так, нет, не сюда. А, сюда? Что это такое? Что это такое? А, это... О, это Володя, который! Это Игорь! Рональд, это их босс, он сказал, это Володя! Это Игорь, какой Рональд, это Игорь? Это Володя, какой Игорь? Игорь, привет! Ты человек? Он супер человек. Спрашивает, будем мы ему друзья? Он пукнул! Ты слышал, он пукнул! Это пельмень. А где Кес? Кес, Зес. Это гном, по-моему. Это гном. Да, это мой браза, это мой браза. Вот, иди сюда. Ага, да, я вижу. Это Кес. Так, он... Я полагаю, ты встретил Володю. Это типа презентация, да? Да, это... PowerPoint 2018. Нам нужно, чтобы ты нас освободил от него. Да. Хорошо. Мы не можем этого сделать, но ты сможешь, потому что ты человек, а мы гномы. Конечно, ну изи вообще. Да. Тебе нужно найти и исцелить всех диких гномов, которые гуляют по этому миру. А ты не можешь использовать порталы, как бы, чтобы убежать, не? Нет! Нет! Володя не пустит нас! Володя не разрешает нам открывать порталы, чтобы мы куда-то убежали, понимаешь? Это грустно! Окей, я помогу! Блин, ну зачем мне спасать гномов диких? Гномы, они милашки такие маленькие, вот. Поэтому вот тебе задание, тебе нужно спасти первого гнома, видишь, вот этот дикий гном в PowerPoint'е. Да, и я почти забыл, я тебе дам прием. Смотри на свою бошку уже. Алло, как слышно? У меня еще микрофон такой. Еще микрофон, да. Спасибо, короче, да. Нам нужно первого гнома найти. Пойдем, телепорт. Опа! Уиу! Ничего. Подожди. Опа, дикий! Иди сюда! Смысл, какой паркур? Какой паркур? Так, я уже упал. Он какой-то слишком быстрый, я не успеваю за ним. А, он быстрый? Вообще быстрый, я просто за ним бегу. Гном убегает. Стой, паскудник! Твой братка убегает, подожди. Собака. Проблема. Мы застряли на первом уровне, ты понимаешь? Мы застряли на первом уровне, мы с тобой нубы. Так, подожди. Да, давай, ты второй, давай. Давай. Хопа. Вот так вот надо. Ты что, куда чеп? Гном же, ты пешься. У нас собака, на. Паскуда, говно. С диким гном. Прям, ара. Алло. Он тут. О, нас вернул обратно. Так, мы привели его обратно. Иди сюда, нам нужно его вылечить. Гаком. Он болеет, понимаешь? Гном болеет. Давай, гак. Нам нужно кнопочку дать. Хорошая работа, человек, хорошая работа. Так, исцеляющая машина. Устоял, он за моего. Да? Да. Он больной. А когда ты будешь готов, нажми на кнопку. Давай, Жека, опа! Офигеть, смотри! Это спиннер. Фу. Кто его блюет? Это он точно вылечится? Да! Слушай, ура! Браза, выходи! Здорово! Здорово! Спасибо, что помог мне вылечить, человек! Что на этой карте происходит? Так, странно. Новая презентация, я чувствую. PowerPoint! Так, давай, все, рассказывай. Тут у нас находится второй дикий гном. Второй. Ты знаешь, что-то там. Ты знаешь, дрель у соседа есть. Сверлить паскуда. Пойдем. PowerPoint лагает. Подожди. Ну все, go to the teleportation machine. Удачи, да. Он написал, у Зету написал удачу. Давай. Oh, yes, yes. Второй гном дикий. Да что я не могу запрыгнуть? Да все нормально. Так. Опа! Вот, лови! Куда он побежал? Портал. В смысле? Он зашел в какой-то портал и все, исчез. И все исчез, Жека, нам нужно его найти. Давай, в другую сторону надо разделиться.
Тупые. Тупые гномы дикие, я тебе честно скажу. Бегу, я тоже. Нашел! Маяк! Нашел! Подожди, я тпхнусь! Ну, как бы тут, это круто. Это центр, да, это типа центр. Это типа центр, да. Я веселый. Ты беги, тебе нужно бежать, чтобы что-то найти, понимаешь? Я веселый таракан, и я бегу. Нашел гнома! Давай, бей! Мы его спасли? О, все. Так, мы спасли двоих, еще одного, ну давай. Исцеляем, давай. Так, в этот раз давай я нажму. Давай. Опа, он там, смотри, он там появился, Давай, тыкай. Да подожди, как бы еще нельзя. Давай! Опа! Жижу, зеленую, давай, зеленую жижу. Ну ты нафунял тут. Так, мы его спасли, подожди. Привет! Спасибо, он говорит нам. Так, пойдем опять. Хорошо. Третья презентация. Тут ваш последний гном, которого нужно спасти. Дикий последний гном, понимаешь? Вот. Да, это похоже на то, что вы его очень запросто сможете найти. Да, новая цель, надо отправиться в портал. В портал нужно отправиться. Ура, как это не портал. Было неожиданно. Последний дикий гном, да не лоханитесь, он нам написал, не лоханитесь. Мы не лоханемся, да. Так, опа, иди сюда! Дома так быстро, так легко. Что это типа дроппер? Я что-то испугался немного. Я что-то вообще не понял. Да, я что-то тоже не понял. Я почти прошел, прямо в самом конце умер. Да что такие? Я тоже почти в самом конце. Давай, дроппер давай. Какой, вы только на него посмотрите, дроппер все. О, я прошел! Прошел, да. Телепортируюсь. Ага. Спасли! Так, последний гном. Последнего гнома, мы прям спасатели. Спасатель Малибу. Ага. Так, последний гном тот, приведите его сюда. Да. Ну это было на самом деле попроще. Да, это изи было. Жека, последний гном, которого нужно вылечить, понимаешь? Последний раз, когда нужно нажать на кнопочку. Давай, нажимай. Так. Сейчас какой-нибудь монстр вылезет. Нет, да вряд ли. Годзилла! Да. Не, все нормально. В чем подвох? Так, мы спасли всех гномов. Подожди, а Володя который? А Володя вообще кто это? Это суперчеловек, да? Это их босс, как я понимаю, да, суперчеловек. Новая цель, так, газ. А вот он, вот этот. Да. Так, а что теперь? Что теперь, Жека? Теперь? Знаешь, что там же теперь? У меня же битва! Что? В смысле? Куда? Какой битве, я не понимаю, что это? Не, только не зеленая жижа! Пожалуйста, не надо! Последняя битва, в смысле подготовить последнюю битву? Они нас не предупреждали. Так, я знал, что в чем-то подстава. Ну, моя мальчик. Ага! Володя, который. Я думал, что ты мой друг. Браза. Но ты меня предал. Ты предал. Предатель! Предатель! Да? Предатель. Ты знаешь, что я делаю с предателями, сынок? Я их жру, я их кушаю, заживо жираю, я каннибал. Это его пытки. Чего? Подожди, надо запомнить. Нужно запомнить, да. Подожди. Синий, красный, зеленый. Да, синий, красный, зеленый, желтый. Изи. Желтый, синий, подожди. Желтый, синий, какой? Желтый, потом синий. Синий. Потом красный, потом зеленый. Зеленый. Смотри, украинский флаг. Дальше, давай. Красный, желтый, зеленый, синий. Красный. Красный. Желтый. Зеленый, синий. Да! Мы прошли! Ура! Следующая комната! Опа. Что, типа нам нужно убить? Володя затащил на свои камеры пыток, понимаешь? Пауки! Камера пыток, давай, отвали! На, зараза, ведьмы! Да, я бью! На, Наташа проклятая, на! Зина, не в обиду, Наташа. Зина Геннадьевна. Ага, все? Да, мы прошли. Опа. Ага, понятно. Ну это я, в принципе, это легко. Это ли думаешь, это легко? Сейчас в самом конце мы зафейлимся. Не, мне кажется, нас просто в конце ТП-шнут куда-то. Ой. Жека, не даешь. Так, подожди. Я зафейлился. Ага, сейчас другой какой-то, да. Какой-то другой. Володя вообще, конечно! Да что такое?
чё? Шо такие? Шо такие? Не могу. Так, опа. Еще один. О, давай, Жак, побежали! Да что ты делаешь, а? Так, главное не зафейлиться, а то я буду опять полчаса проходить. Так, опа, все, попрошли! Отлично, все, ну 0%. Ну да водичка. Мне кажется, так это не работает, Так, нам нужно найти какой-то колбу, мне кажется. Так, давай ты иди на ту сторону, ты будешь там тыкать, я буду вот тут тыкать. Давай. Так, туда. Же, во, тыкай. Нужно заполнить котел вот этот, так. Давай туда. Ага, 60% готово, Жека. 70-75. А что это такая за жижа? Водичка. Дополняется. Обычная водичка. Нажимай! Куда? А, сюда! Давай! Опа. Все. Готово. Все, ура! Все, обращай. Так, ну, в принципе, все просто. Здесь все очень просто, нужно просто восстановить цепь. Правильно? Ну, типа-то я не знаю, наверное. Видишь, типа заблокированный репитер. Я не знаю, Жека. А на репитер вообще нажимать нельзя. А, вот теперь он разблокированный. Здесь, смотри, получается, мы активируем вот это. Вот теперь он заблокированный. Опа, еще один остался. Опа, я подвинул блок. И шо? Теперь мы убираем. Опа! Отлично. Так, давай. Опа, что такое? Подожди. А, типа нужно как-то так поставить, да? Да. Давай. Опа! Так, хорошо. один прошли дальше. Запоминать нужно. Красный. А, подожди. Подожди. Сюда, и вот так. Молодцы, смотри! Слушай, мы справляемся. Ух ты. Так, подожди. Да подожди. Ни хрена не запомнил. Один сюда. Ага, нет, еще раз не запомнил. Так, и... Нет, давай, короче, запоминай тыквы и... Где тут очень не тыквы, арбузы и губку, хорошо? Запомни арбузы и губку. Ага, я запомнил арбузы. Подожди. Да, давай. Арбузы. Губка. Молодцы! Тимворк! Так. Тимворк, все. Володя! Где сюда? Нажрал тут Володя! Он это предатель. Ты меня недооценивал. Сейчас ты со мной сразишься. Посмотри, он полетел. Володя улетел. Пукан взорвался. О, нет, ты смотри, он гамбургеры тут нажрал. Пироги всякие. А, это он, значит, ворует еду, да? Это он ворует, это он Володя. Это Володя. Ой. Как страшно. Ой. Ну. Ну давай раздупляйся, Володя! Так, подожди, что нам нужно делать? Что нам нужно... как нам... Ой. А что это? А! Они летят! Летающие Володя! Летающие Володя! Как нам их победить? Так, хорошо, подожди. Ой. Фигачик. Лук, нам дали лук, Жека! О, стреляем! Морковками! Летающие Володя, надо их всех убить! Жека! Я чуть не умер, у меня одно хп. Ну все, ГГ. Не хана. А у меня тоже меньше половины. Так, давай. Нужно было в рот стрелять, когда он рот открывает, Жека. А, да? Да, хорошо. Поэтому в следующий раз нужно не профукать. Ну. Давай! Да, один раз попал! Хорошо. Так, еще. В смысле? Так, меня замочили, но я резнулся. Так. Да! Выстрелил. Хорошо, а сколько раз нужно такой выстрелить? Еще четыре раза. В смысле? Бомбы! Жека! Мне кажется, это вообще невозможно было выжить. Да нет, я выжил. Рот! Стреляй! Он тортик схавал! Смотри, что происходит? Он хилится, когда он жрет тортики. Нужно тортики... Ломать? Да, ломай, только я не понимаю, как. Когда он их кушает, да, он... А! смотри, нам топор дали! Твою мать, нам топор дали! Я ломаю. Давай, чтобы он не хилился. Такс. Да, опять рот открыл, мы не выстрелили, Жека! Ну, я ломаю тортик, я не видел, что он Жека, аккуратней. Бомба! Хорошо. Давай, я буду ломать, кто-то должен стрелять. Опа! На! Да! Да, отлично. Так, молодцы, еще 3 хп осталось. А! Полетела. Аккуратно. Главное, чтобы летающие гамбургеры не полетели. Давай, открывай!
В смысле? Как? Да это нечестно. Да не было тортиков. На! Попал. Так, хорошо. У него только один раз можно попасть. Нужно следить за тортиками. Да, за тортиками нужно следить. Он зараза. Летающие гамбургеры! Ой. Ты опять умер? Так, ты что, часть-часть-то умираешь? Так, открывай. Открывай рот! На! Так, хорошо. Тортики... Ой, это что? Он рукой нас бьет. Типа... Ой-ой-ой. Смотри, ой, какой ой. Читер. Тортик! Давай, ломай! Сама. Ну, открывай. Да! Да, отлично, последняя жизнь, Жека. Давай. Есть тортик! Ломай! Все сломал. Уже руку свою тут поставил. Жека. Гамбургеры. Обожаю гамбургеры. Так. Есть тортики? Нет тортиков. Открывай рот! На! Минус Володя! Финкебат! Так, и бедный Володя. Бедный Володя. Смотри, гномы. Так. Мы победили жирного Володю, который кушал. Жека, иди сюда. Ой-ой, это что это? Спасибо тебе, человек, ты спас нас! Да не за что. Ну как бы за меня, почему вы меня так... Что? Почему вы меня атаковали, да? А почему не так? Да, потому что он не может, он, мы ему нужны, понимаешь? Если бы он убил одного из нас, он бы тоже умер, понимаешь? Володя вот такой вот. Так, портал. Это жестко. Камо! Йоу! Колоссус! Колосс! Йоу! Короче, чуваки и чекуль, мы предлагаем вам закончить на этом моменте. Если вам понравилась эта карта, если вы хотите больше прохождения карт, то ставьте обязательно лайкусик и на мой видос, и на видос Евгения, конечно же, набирай 15 лайков, и выходит новая серия, обязательно. Да, и, ребят, также не забывайте подписываться на наши каналы, ссылочки все есть в описании, и не забывайте подписываться на наши инстаграмы. Вот. Также все есть в описании, да. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.